А если кто приедет в гости к нам в Узбекистан, то обязательно посетите Бешказан. Он как раз находится около вышки. Если я не ошибаюсь, это вышка 386 метров. Вот рядышком прекрасный плов. Сегодня у нас 21. Очень жарко. Очень жарко. Одуванчики. Девушка срывает. Ну, скоро газоны уберут. Все одуванчики тоже пропадут. Подстригут газоны и все одуванчики исчезнут. Вот такая красота. Любое время года прекрасно. И мы тоже прекрасны. Цветы. А женщины — это цветы.